папой поехали в хореографическое училище в Красноярское. Тогда я там жила. И там меня проверили. Естественно, данные все подходили на все 100%. Меня взяли, безусловно, туда. Будучи ученицей, был всего лишь второй класс, это нам, по-моему, по 12 лет было. Нас взяли в спектакль «Щелкунчик» в Подетроа, который в театре танцуют взрослые танцовщики, но на тот момент решили, что выйдут дети. Вы не представляете, что с нами было. Какое это было волнение, какой ажиотаж. Я жила целый месяц тем, что мне придется выйти на сцену. Помню эти белые парики, эти пачки. За 2 часа до начала спектакля мы с моей девочкой, с которой танцевали вместе, были уже готовы. Пришла педагог, говорит, ну-ка раздевайтесь, сейчас будем делать разогрев, урок, только потом вы наденете костюмы, парики, сделайте грим. Нам пришлось все это снова снять, то есть мы не отдавали себе отчета, что нам предстоит вот такое вот. И после спектакля было вот такое ощущение эйфории, я помню, что мне очень понравилось быть на сцене.